Я не считаю, что Евровидение — конкурс, в котором нужно России участвовать. Так же, как вообще мне непонятно все эти олимпиады и так далее. Я вообще очень такой странный человек. Вы, наверное, скажете, что дремучий. Но мне это абсолютно не интересно. Более того, я вижу, что в этом конкурсе расцветает разврат, как грипп просто какой-то атомный, который несет совершенно чуждую мораль. И главное, на это смотрят дети и считают, что это хорошо, что это нормально. Бородатая баба — это отлично. То есть, понимаете, прививаются совершенно другие ценности. Люди искажают психику. Поэтому нафига это нужно? Там песен уже нет, все хорошие песни уже придуманы. Еще при Чайковском, наверное. Ну, в общем, как говорил один знакомый, ты Пушкин все стихи уже написал. Так что все хорошие песни уже спеты. И они здесь есть, у себя. У вас иногда, вот как я здесь ехала, у меня оказался сосед по даче, великолепные песни пишет. Талантище просто. Оказывается, жили рядом, понимаете, и никто бы не мог подумать. То есть оглянитесь вокруг себя, вокруг нас эти талантливые люди ходят. У вас на работе иногда какая-нибудь поющая девушка сидит да поет так, что, так сказать, полрайона будут в шоке, понимаете. А мы смотрим куда-то там, что там. На мне это все кончилось, когда Абба вот прорвалась. Это был единственный прорыв, который стоил того, потому что это великая группа, действительно, у которых огромное количество хитов и шедевральных песен. Все, дальше там больше ничего не происходило интересного. Когда?